Всем привет! 11 августа, вечер, мы в Воронеже до сих пор, и мы зашли вот в такой вот ресторан, чтобы покушать. Сейчас заказали очень аппетитные блюда, и я вам расскажу, понравилось или нет, но должно понравиться. Идет дождь, вышла показать вам ночной Воронеж, очень свеженько, свежо, потому что жарко. В Воронеже сейчас очень жарко. И вот идет дождик. Пойдем кушать. Заказывала облепиховый лимонад, он очень вкусный, какие-то там пряности внутри, я аж от трубочки еле оторвалась, чтобы вам показать, очень вкусно. Вот муж себе заказал пиццу с дорблю и грушей, но я такой не буду, это слишком извращенно для меня. Вот доченьки заказали картошку фри и супчик с фрикадельками. Прикольная такая подача. У меня уха. Я такое люблю. Рыбку, уху. Заказала себе рамен. И чебуреки. Сок в контент. Я ему дома не разрешаю есть чебуреки. В ресторане можно, ладно. Мой цыпленок я заказала. Забыла, в каком-то соусе. Ты не помнишь, в каком? В каком-то соусе. В сладком, по-моему, или что-то такое. Будь здоров, дочка. Выглядит аппетитненько. Мне нравится. Но вот этот вот напиток облепиховый, это просто шедевр. Это, я не знаю, произведение искусства. Я нигде ничего подобного вообще не видела. Это потрясающе вкусно. Так выглядит место. Вообще советую. Очень вкусненько. И нравятся необычные сочетания в каких-то авторских соусах, авторских коктейлях. Прям вкусно, понравилось. Классное место. Ну, стоит там. Так, у меня пустая баночка от LPK. Закончились салфетки для снятия макияжа с мицеллярной водой. Такой мини-формат из 8 штучек. Буду выбрасывать. Ну, сами понимаете, в поездке пустые баночки вообще никак не насобираешь. Не будешь же возить этот мусор с собой, поэтому, что будет заканчиваться, буду рассказывать. Неплохие салфетки, все отлично. Снимают макияж, претензий никаких нет. Из глаз, из губ, из тональник. Можно брать с собой. Сегодня у нас 12 августа. Завтрак в отеле. Я себе выбрала омлет, как всегда. И сегодня есть пустые блинчики. Я взяла пустые блинчики и полила их абрикосовым джемом. Когда мы что-то заказываем в кафе, в ресторане, либо вот на завтрак берем, это не значит, что мы все съедим. Я все съем. Ну, просто я вот голодная и взяла столько. Но мне кажется, блины я эти все не съем. Посмотрим. И морс. Оказывается, он там все время был, а я брала соки. Хотя я соки не люблю. Ну, чтобы чем-то запить. Оказывается, был морс. Так что вот такой вот у меня сегодня завтрак. Свежим воздухом. Значит, пошел дождь. На улице чуть-чуть прохладно, свежо. Вот мы вышли из гостиницы. Сейчас будем собираться и двигаться дальше. Такие мы путешественники получились. Друзья, смотрите, куда мы с вами идем. Неужели он существует? Магазин.
Ладно, шутки в сторону, пойдемте туда зайдем, посмотрим что-нибудь. Ну что, вот он мой заветный стенд Stellary. Палеточка у меня такая есть. Я знаю, Beauty Bomb еще здесь продается, мы нет косметики, нужно там зависнуть, посмотреть. А вот стенд с Beauty Bomb, все такое яркое, детское, креативное, подростковое. Блин, раз в 100 лет попала, но нет косметику, человека счастье. Сейчас я что-нибудь посмотрим, скидки тут. Вы-то это все, наверное, уже видели. Это я магнит косметики не бываю. Красивенько. Малышка. Какой-то бренд Funky Monkey. Вот 7 Days Stand.